Друзья, приветствую вас на нашем канале. В данном видеоролике хочу сравнить два перфоратора DeWalt и AEG. Цена у них одинаковая примерно. Вот AEG покупал совсем недавно, месяц назад. Цена у него 7200, по-моему, 7300 была. DeWalt покупал, он уже у меня года 4. Ну, в то время он стоил, конечно, не столько, но по нынешним временам цена у него где-то примерно в этих же пределах. Так, ну что сразу. Они по 800 Вт оба, 3,2 джоуля ударная сила у AEG, по-моему, 3 джоуля, если память не изменяет. Так, ну начнем с ящика. Перфораторы, в принципе, одинаковые. Ящик у AEG вот настолько больше. Хотя вместимость у них, в принципе, одинаковая. То есть тут ручки железные, ну, замки железные. Удобно очень. Так, ну что, удавал, мне не особо понравилось. То, что у него вот этот кармашек один для буров, кармашек вот этот один для буров, и буры длинные, они уже туда не лезут. Вот такой уже бур не лезет, то есть приходится сюда складывать. Ну, в принципе, теоретически даже возможно отсюда поудобнее в этом отношении AEG-шка. То есть он у меня 800 Вт. Так, и AEG КН27Е. Так, 825 Вт. Ну, что по ним можно сказать? Вот визуально они вроде как бы сильно отличаются друг от друга. Ну, понятно, что DeWalt башка такая большая. У AEG-шки вот она такая вот. Почему вот я беру, как правило, один перфоратор с такой башкой, и вот DeWalt у меня, ну, это давно, сразу могу сказать, перфоратор надежный. Я так понимаю, такая башка у него для надежности, наверное, это как-то задумано специально было при производстве. Но вот с такой башкой легче подвязать куда-нибудь вот с буром. Поэтому всегда один перфоратор у меня вот такой вот, чтобы где-то там, где-то залезть. Ну и вот DeWalt. Так, ну получается, что тут? В принципе, они оказываются, хоть они визуально вроде разные, а когда я стал их так вот близко сравнивать, да, они фактически одинаковые. По размеру одинаковые, вообще абсолютно одинаковые. По... Кстати, вот даже ручка у них одинаковая. То есть не сразу как бы удобно вот держать. То есть мне после Hitachi, после Интерспора, как-то вот меня вот давило вот сюда вот, вот это место. И здесь абсолютно то же самое. Вот они прям одинаковые, оказывается. Так, если посмотришь, в принципе вообще хват такой же. Размеры одинаковые. То есть, как бы удивился, честно говоря, вроде в магазине смотришь, ну, абсолютно разные перфораторы. Так, ну, что еще? Ну, главное, так как я давно работаю, могу сразу сказать, что по сравнению
С Hitachi, по-моему, 24, который 800 ватт, 3,2 джоуля, по-моему, если не 3,4, нет, 3,2 джоуля, да, который вот как кроссовок раньше называли. Вот Hitachi вроде бы долбит он мощнее, то есть удар у него сильнее, как бы. Но когда вы много работаете, то производительность удавалка выше. Как ни странно, он меньше нагревается, чем Hitachi, и поэтому им дольше можно работать. Также была, с чем, ну, Makita, также она вот с Hitachi примерно одинаковая. Но у Makita я знаю, что удар чуть-чуть послабже, чем у Hitachi. Ну, там и мощность поменьше. Ну, сейчас вот этот еще сравним по удару, по мощности. Сколько он, насколько он греется медленнее или быстрее дувалка. Сейчас посмотрим. Так, у AEG еще шнур по длине, по-моему, он 4 метра, а у дувалки 4-метровый. Так, мы сейчас зарядим бум десятку. Оба перфоратора мне здесь надо штробить для подгазетника отверстия. И сейчас я попробую, какой быстрее забурит. Так, для чистоты эксперимента сейчас изолентой я верну одинаково, чтобы было по длине. Буи, в принципе, одинаковые. Да, еще у дувалка вот какая есть не очень приятная особенность. У него вот при переключении вот маленько вот этот вот заедает при давлении, по-моему, когда его выставляешь, и приходится нажать и потом переключить. То есть часто очень. Но это у них, насколько я знаю, проблемка такая есть. То есть я это читал в интернете. Ну как работает, как послушать. Сколько здесь, где-то сантиметр у АЕГ осталось, два вот уже вошел. Сейчас поменяю буры. Так, сейчас меняю
для чистоты эксперимента. Возможно, это что-то еще зависит от Бога. Тогда для себя буду знать, какой бут надо покупать, чтобы быстрее входил. Так, переставим сюда. Допустим сюда. Так. Ну, поехали. Опа! Вот оно как. Получается, это больше даже зависит от дуга. Сейчас у меня где-то сантиметра два осталось на дувалке наоборот. Интересно. Так, ну сейчас тогда для чистоты эксперимента возьму бук-шестерку. У меня, по-моему, есть одинаковые. Десятый бунт, такой же, все отлично, сейчас включаю изоленты также, 9 сантиметров, и ставлю, я думаю, у меня такого бута просто нет. Так, 9 сантиметров, и тогда уже будет чистый эксперимент. Ну, получается, значит, бут вот с таким вот, ну вот такой вот бут, идет в бетон быстрее, чем вот такой. Это я, кстати, не знал, буду знать. Так, ставим. Давай начнем. Это для меня даже, честно сказать, удивительно. Я думал почему-то, что дувалка будет. Вот видно, наверное, да, что еще сантиметра два где-то осталось. Ну, сейчас я еще гугли поменяю. Опять на всякий случай вдруг там зависит еще что-то. Скажу по нагреву, как кто быстрее нагревается и кто
то сильнее нагревается. Итак, раздолбил я подрозетник, второй подрозетник, сейчас покажу. Вот. Один подрозетник одинарный. Второй подрозетник, тут будет двойная антенна и на розетку. Так, начал я все это дорбить 26 минут, сейчас ровно 2 часа, дорбил получается 34 минуты. Так, ну и раздорбил, вот здесь вот под антенну насверлил. Работал и девалтом, и АЕГ. Так, ну, что могу сказать? Однозначно девалт греется меньше, чем АЕГ. Чувствуется прямо, да. Долбит. Ну, долбит вы сами видели. В принципе, я не знаю, как значит долбит. По нагреву 100% девалт нагревается меньше. Ну, и получается, значит, что и дольше он будет у вас, производительность будет у него больше. Долбил десяткой буга. Так, что еще могу сказать о АЕГ? Забыл сказать, что очень сильно пахнет ящик китайский. Ну, делается именно из такого материала, вот, воняет так же, как у Интерскова. Я, кстати, почему купил АЕГ-шку? У меня крякнул наконец этот Интерскоп, который 900 ватт. Я им проработал где-то года полтора, в принципе, он себя окупил. Он, я его покупал за 3000 по акции, там он стоит 5, по-моему, 600. Ну, за 5600 я бы его, конечно, не стал брать. Но за трешку он, конечно, работал хорошо. В принципе, по вот этому, наверное, все. По дебаку тоже что еще хочу сказать. Щетки у него меняются. Вот у меня одни щетки за, получается, ну сколько есть. Ну, я не так много им работал за вот эти вот 4, даже ну, 5 лет уже у меня. Я вот беру, допустим, перфоратор, это похуже, раз тот же Интерскоп, там, Hitachi, и работаю им больше. А давал там поменьше, как бы, я так жалею все-таки. Ну как жалею? Вот нагреваются они, что этот нагрелся, что этот, да, я вижу, что он горячий, все, я торблю другим перфоратором. Почему у меня всегда два перфоратора? Чтобы не убивать инструмент. Поэтому, в принципе, вот Интерскоп у меня прошло полтора года, Hitachi, вот у меня два Hitachi было, 24, они у меня, ну, все где-то по 3 года отрабатывают. Ну, в основном не больше. Это 3 года в среднем, программа живет. Так, ну, работаю, конечно, много. То есть постоянно у меня объекты. Перфоратор, ну, самый такой основной инструмент. Так, что еще по вот этому счету у него с ограничением. Вот износились первый раз щетки. Но вот с щетками сейчас еще там просто так-то еще их сложно найти. Там подобрал какие-то, но они вроде как более-менее подходят, пока поставил. Но надо с этими прям щетками ехать всех в центр смотреть. И так, да, и что интересно, что именно просто с моделью не приедешь. То есть им надо прям не сами щетки. Ну, прям, да, им нужны прям сами щетки. Так, ну что еще по вот этому подавалу хочу сказать. Я один раз работал на козле, долбил потолки, прибивал шумоизоляцию. И он у меня упал где-то с высоты 2 метра, упал прямо вот, вот так вот. Он прям ровненько летел вот так. Я так, пока он летел, я так наблюдал и думал, ну, все, дец. И очень удивился, когда он так вот упал, подпружинил, где-то вот настолько, наверное, подпрыгнул, опять упал на пол, я слез, смотрю,
целый вообще как бы удивился. Крепкий очень. Вообще как бы вся сборка очень крепкая. Потому что я, в принципе, у меня сам как бы раньше разбирал инструмент, делал, ну, знаю, как что-то сделано. Дебаф, ну, очень вот, сборка такая чувствуется очень надежная, все как подобно, все так сбито. Но тайгашка я первый раз вообще не пользовался никогда этим инструментом. Хотел просто посмотреть, как она себя поведет, что это за инструмент, ну и показать вам, посравнивать с другими перфораторами. В принципе, я ее взял чисто, наверное, для больше, чтобы показать для видео, как она, что, как ведет себя игры, потому что сравнений очень мало. Вот именно таких одинаковых перфораторов, все там сравнивают, допустим, там абсолютно разные, то есть там профессиональные, там с каким-то непрофессиональным перфоратором. И там сравнение чисто такое внешнее, как вот именно долго, как что, как по времени, это все этого достаточно, в принципе, мало. Ну что, дальше посмотрим, как она себя поведет. Если в принципе он будет нагреваться, но работает нормально долго, то он себя как бы должен обладать. Так, ну и оба внимания написано. Ну не знаю, сейчас как это тут проверить, что это. Ну написано вообще внимание. Ну это точно немец. Я точно, конечно, не скажу, хотя написано будет надо. В общем-то все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше еще покажу, каким инструментом пользуюсь. В общем-то все, до свидания.